Не секрет, что шторка в ванной и губка для мытья посуды – одни из самых грязных предметов в доме. А вот о том, что морозильная камера практически не уступает им по количеству бактерий, до сих пор не догадываются многие. Губки советуют менять раз в 7 дней, шторки – раз в полгода. Морозилку меняют гораздо реже, а вот размораживать и промывать ее тоже лучше раз в 6 месяцев. При каждой уборке не стоит забывать дезинфицировать дверные, ручки шкафов и комодов. Это еще одно излюбленное место бактерий. Помимо них в доме накапливается пыль. Особенно много ее в батареях, на высоких поверхностях, на шторах и в местах скопления долго неиспользуемых вещей, на балконах и в кладовках. Также очень часто притягивают предметы, да, скопление предметов, это прихожая. Да, если есть какой-то стол или тумба, которая свободна, как можно решить этот вопрос? То есть мы можем поставить какой-то специальный контейнер, да, в эту зону и, соответственно, складывать какие-то вещи, да, ну, в течение недели в этот контейнер. В конце недели мы просто разносим по комнатам эти вещи, то есть наводим с легкостью порядок. Подобным образом можно поступить практически с любой зоной в доме. Что касается чистоты и наведения порядка в них, то помимо еженедельной уборки, специалисты советуют генералить гостиную и спальню раз в 2 месяца, при этом перестирывая весь текстиль и выхлапывая ковры. Ванную комнату раз в квартал, не забывая чистить стиральную машину и фильтрующие насадки на кранах. Проводить генеральную уборку в кухне придется чаще, примерно раз в месяц, а раз в 2 недели перестирывать шторы, кухонные и банные полотенца при высокой температуре.